говорят, учитель – это профессия от Бога, а все остальные профессии – от учителя. Ведь в труде каждого инженера, экономиста, бухгалтера и ученого заложена частица труда педагога. Как много сил затрачивают они, чтобы научить и воспитать новое поколение школьников, вырастить тех, кто в будущем станет достойными гражданами своей страны, кто составит ее гордость. Поэтому большое спасибо вам, уважаемые учителя и воспитатели. Примите искренние пожелания и безграничную благодарность за неутомимый труд и тепло ваших сердец, за ваше терпение и добросовестность выполнения такой высокой миссии, как воспитание подрастающего поколения. Здоровья, благополучия, семейного тепла, старательных и благодарных учеников и воспитанников вам. Вы – мудрые и неравнодушные люди, чей талант, знания, терпение, ответственность – непременные условия успешного обучения, а значит, и успешности нашей страны. С праздником! Открыли удивительный, что было нам легко на свете жить. Если мы вас чем-нибудь обидели, простите, если можете просить. Пускай нас ждут пути, дороги разные. Так, что в нашу биографию ворвется вдруг нежданная беда. Сойдете вы со школьной фотографии и с нами рядом будете всегда. И как забыть, что горести и радости вы нам несли свой вечный покой. И каждый раз минуты нашей слабости так верили нам, как никто другой. Пускай нас ждут пути, дороги разные, мы не забудем нашу школу, этот класс. Вы научили нас любить прекрасно. Поэтому мы очень любим вас. Прекрасное.